И вот смотрите, вот Анастасия пишет: уважаемые кураторы аккаунта, есть ли практики у вас опыт сопровождения человека с таким-то диагнозом? Ребят, смотрите, у меня есть практики с различными диагнозами, но по моей практике, я могу вам сказать, что один и тот же диагноз, плюс-минус одинаковые анализы, плюс-минус одинаковое сопровождение этого заболевания никак не влияет на то, насколько вы готовы умом выйти в другое мировоззрение. И вот когда вы готовы выйти в другое мировоззрение, это будет зависеть только от вас. А если я вам сейчас напишу на этот вопрос, ну да, были, и вы себе поставите такое, что, о, если были, то и я смогу. Да вы сможете в том случае, когда вы готовы туда пойти, но не в том случае, когда был кто-то. И если вы готовы, то даже если не было никого, вы будете первым. Поймите это. Но когда мы говорим о том, что вот были лишь еще такие случаи, были, а на вас не повлияло, но почему на вас не повлияло? Потому что вы какой-то не такой, потому что вы более больной или более тупой? Да нет. Просто вы не готовы зацепиться за то, почему вам это удобно. Вот и все. Ну нет неизлечимых болезней. Болезни все придуманы не телом. Тело изначально, оно рождается, не с болезнью, оно рождается с прохождением опыта. Поймите это. Какой вам опыт нужно получить через это заболевание? Какой вам опыт нужно получить через вот этот недуг? Почему вы стремитесь, почему ваше тело отказывается от еды? Ведь оно может отказываться не на постоянку, а на определенный период. И это мы с вами тоже разберем. И этот период, он будет для вас великолепный. Но если вы будете за него цепляться, то период еды для вас станет адом и обнулит период голодания. Понимаете? Вам нужно познать все периоды. И они все великолепны.